Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Afan of Music. Сегодня мы с вами послушаем Shiny Ruby, мой кумир, Morning Rain Storm. Shiny Ruby сейчас один из интереснейших фрешменов на Afan of Music. И он представляет очередной сингл с невероятной продуктивностью. Morning Rain Storm, вот он сейчас в чате. Написал сам, что трек относительно давний, месяца два, но он очень вайбовый. Хотя я считаю, что, ну, типа, два месяца это так-то недавний. Я хуй знает. Ну ладно, допустим. Xenomorph. Очень много здесь прям пиздатых треков с альбома, типа I Love Speed, типа Soul Cause, да. Это просто сейчас на ум пришло, да, биполярность. Ну, короче, блядь, ну, если вы его впервые видите, послушайте, не пожалеете. Ну, а сейчас мы приступаем сразу к этому синглу, без каких-либо дополнительных хуин. Ну, естественно, только скажу одну тему, то, что этот трек набрал 40, мать его, 9% в телеграм-канале в голосовании фрешменов, ссылочка на который в описании, обязательно подписывайтесь, голосуйте за любимых артистов каждую пятницу, и не забывайте, естественно, про Twitch, Boosty, Discord, все ссылочки в описании, Twitch, это вообще очень важно, так что мы начинаем, друзья, let's go, let's go. Почему общаюсь с ней как с иностранцем? По-другому, да, пошёл? Однако, придёт меня в чувство, чтобы не засосать. Ранена, боль, не даже травмату. Просишь, почему я жив, но сам ответ не знаю. Просишь, зачем делаю это, малыш, так надо. Давно перестал просить, кэш, папе, на зарплату. Мне не нужен адвокат, ведь я ничего не нарушаю. Я не верю людям, если много обещаю. Деньги портят половину человека, это факт. Как вам трек? Бля, ну трудно что-то сказать, правда, трек длится всего там минуту. Трудно что-то сказать, потому что, ну типа, стиль другой. Ушел от своего вот этой вот завораживающих сэмплов, вот этой мелодии всяких, ну, в общем, вы поняли. Я вам не объясню его стиль, потому что я фрик, ёбаный. Вот. Ты вникнись именно в текстик. Да, я попробую. Вот. Попробую. Да, я сейчас вникнусь. Просто для начала хочу хотя бы звучание понять. Типа, звук, да, такой более трэповый стал, я бы сказал. Вайбик определенно есть, потому что у Shiny Ruby красивый голос, он им хорошо пользуется. И, ну, на такой достаточно простой бит относительно. Нормально он красиво ложится, да. В целом, неплохой вайбовый трек, который можно как бы и порепитить. Я думаю, добавлю, он достаточно приятный. Но в какие-то плейлисты, в том числе плейлист фрешмена, ну, я не знаю, простенько. Простенький трек, правда. Такого звука больше не будет, чисто просто понравился трачок. Не знаю, наверное, достойно плейлиста фрешмена, но просто у Shiny Ruby там такие ёбнутые хиты, блядь, что, ну, вот этот трек ни к чему там. Правда. Я думаю, нет смысла, потому что он проиграет всей дискографии. Ты сниппет Ruby новый слышал? Нет, я не слежу за сниппетами в целом. Текст, давайте. Это все так странно, почему общаюсь с ней как с иностранцем? Окей, я звезда, однако, приведи меня в чувство, чтобы я заплакал. Мое сердце ранено, больнее даже травмата. Спросишь, почему я жив, но сам ответ не знаю. Спросишь, зачем делаю это? Малыш, так надо. Давно перестал просить кэш с папиной зарплаты. Типа, поднимаю сам. Зачем делаю? Типа, малыш, ну просто не лезь, блядь, съебись. Почему я жив? Да я не знаю. Меня убили, но я просто ебаш. Мое сердце ранено. Я мертв морально, но я ебаш. Я жив, но я мертв внутри. Мне не нужен адвокат, ведь я ничего не нарушаю. Факт. Я не верю людям, если много обещают. Тоже факт. Деньги портят половину человека. Это факт. И поэтому я делаю людям много за бесплатно. Респект. Детка, я сегодня занят, набери мне позже. Вечером сходим на море, оно рядом с моим домом. Ну да, хорош. Студия мой ангел. Студия мой ангел, а микрофон мой крест.
Типа через крест обращаешься к ангелу, но ангел — это студия. Ну, я понял, типа ты blessed, типа ты микрофон, окей. Ой, ты это, ну, blessed был, короче. Запомни, вам не пустота, не знаю, чем ее заполнить. Кока-кола, бро, может быть. Да не, я не знаю, зачем ты мне сказал текст, типа, хорош такой, ну, типа, дефолтный текст, ничего особенного нет, ну, правда. Вообще, моя главная проблема, я не фокусируюсь на тексте практически никогда, и это нужно фиксить, потому что, ну, нет, типа, я хочу сначала там, допустим, звучанием проникнуться, а потом текст почитать, наверное, надо так делать. Но это тогда реакция будет по миллион лет. Спасибо, Шайни Руби. Простенький трек, особо ни о чем. Повайбится, типа попадется, если в плейлисте моем. Я послушаю, кайфану, а так, ну, типа, гораздо сильнее работа есть. Но, тем не менее, это что-то интересное относительно того, что такого, типа, у тебя в творчестве не, ну, не наблюдалось. Ты сказал, что это такой трячок чисто один понравился. Поэтому проблем нет, просто кайфанули и пошли дальше, я думаю. А тут чистая история, как я ехал в соло жить в Таиланде. В Тай, подожди, в Таиланд ты имеешь в виду или куда? И т.д. В Тай. Тай это типа, ну, моя чела, май Тай. Забейте. В общем, спасибо. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, подожди. В этом чисто true смысл в плане того, что обычно у меня все текста как от лица персонажей. А, ну то есть фишка текста только в том, что это теперь от тебя. Окей. То есть еще и такая немножечко личная хуйня. Окей. Респект. Надеюсь, такого больше будет в тексте, кстати. Хотелось бы, ну, не от персонажей, а, ну, больше про самого Шайни Руби узнать. Надеюсь, будет такое. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то где-то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Фан. А, ну, Discord тоже. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.